пошел в политику, потому что надоело все это бесхозяйственность, ответственность, круговая порука. Мы видим, какие у нас дороги, мы видим, какая у нас медицина. Мы видим, что у нас совершенно не бесплатное образование. Мы видим, что, ну, вообще, вы знаете, такой, ну, коррупция сумасшедшая в стране. И все это сподвигло меня и бороться вместе с президентом за нашу лучшую жизнь, за то, чтобы поменять всю систему. Может быть, у нас недостаточно опыта, но опытные люди уже 28 лет управляли страной. А к чему это привело? Это привело к тому, что 85% николаевцев сказали нет предыдущей власти и хотят изменений. И я тоже хочу, чтобы они жили как люди.